Игорь Бутман похвастался идиллией с молодой женой. Недавно Игорь Бутман женился в четвертый раз. Возлюбленную музыканта зовут Анна Львова. Анна помогает ему с пиаром и организацией концертов и фестивалей. Несмотря на разницу в возрасте в 32 года, Бутману 60 лет, а Анне 28. Супругов связывает и увлечение спортом. Они оба являются поклонниками здорового и активного образа жизни. Бутман светится от счастья и не скрывает идиллию в семье. С красавицей-блондинкой Игорь познакомился в Челябинске. Тогда она брала у артиста интервью для местного отделения культуры. Анна окончила факультет музыкального искусства, а потом работала журналистом. Девушка сумела покорить сердце Бутмана. Она переехала в Москву и устроилась в его коллектив. А параллельно училась в Институте кино и телевидения Останкино. Близко сошлись с Анной они уже в Москве, а прошлым летом Бутман сделал возлюбленное предложение. Для жены знаменитого музыканта это первая свадьба.